Всем привет, друзья, с вами Неломоп. Сегодня мы продолжим играть в игру Hello Neighbor Alpha 4, привет, сосед, Alpha 4. И мы остановились на том, что мы... А, стоп, я хотел еще вам кое-что рассказать. Мне сегодня утром пришло письмо по поводу того, что завтра в 7-8 часов вечера примерно будет выпуск беты. То есть будет бета, выпуск бета-версия Hello Neighbor. Но разработчики только сказали, что будет незначительное улучшение. То есть будет какая-то добавленная комната, видимо, в этом домике. И немножечко будет изменен дом, но это будет не явно видно, это будет скрыто видно. То есть ждем завтрашнего вечера, я надеюсь, будет стрим. Будем играть в новую версию Hello Neighbor. Подождите, а я вижу, там кто-то меня, слышу, вернее, там кто-то меня зовет. А, это же Сьюзи, мы ее там сверху оставили. Сейчас мы к ней летим и спросим, что она там кричит. Ну, а чё? Ну, кричу и все. Так, ну, кричит, а там что-то, что ты там говоришь, Сьюзи? Что, оставил тут меня? Ну да, я тебя оставил, а что? Я скучаю тут. Ну, потому что у меня дела были, мне нужно было как-то все продумать, как все сделать. Ты видишь, подписчики не дремлят, просят еще и стрим у меня постоянно, а я никак не могу им помочь. Ну смотри, мы тут с тобой пока что наверху стоим, мне нужно, получается, тебе сюда вещи наверх какие-то принести. Ну, да. Ты хочешь тут, чтобы мы начали обустраивать свой домик небольшой, да? Ну, как... ну давай, да, тогда как... я лечу вниз. Лечу, попытаюсь вернее. Только осторожно, так, спускаюсь осторожно. Вниз. Ой-ой-ой, боюсь. Я разбился? Нет, я не разбился. Я успел вовремя нажать на кнопочку. Итак, мы спустились вниз. В принципе, у меня здесь есть вещи, и я могу какие-то вещи уже наверх перетащить. Наверное, возьмем для начала какое-нибудь кресло, два стула хотя бы, чтобы было на чем нам сидеть. Что еще взять такое? Что-нибудь покушать, возможно. Да, да. Ну, давайте возьмем вот это 8 бит. Суши. Погрызть. О, полетели я люблю к ней. Суши. Девочки нашей. Сьюзи, ты уже меня там заждалась, наверное, конечно, да? Конечно, кушать хочу. Ой, Сьюзи, Сьюзи. Так, где она там? А, возле солнышка. Ты же хотела, чтобы мы были с тобой как ангелы, да? Я люблю солнышко. Вот, как ты, как твои вообще дела, расскажи. Ну, все хорошо, загораю себе тут. И что, ты скучала без меня, наверное? Ой, или как? Скучала. Не скучала? Скучала. Ой, бедненькая, бедненькая. Скучала. То есть я бедненький, потому что ты по мне не скучала. Да скучала. Итак, вот, я. Держи, это тебе покушать. Вот. А это телевизор, чтобы тебе не было скучно. Ура! Можешь себе прям тут сверху телевизор посмотреть. Стул. Так, давай куда-нибудь вот сюда пока что поставим. Тут мы будем сидеть, если что. Тут мы будем смотреть какие-то киношки, мультики. Вот, пока что тебе уже не будет скучно. Ты можешь уже, пока меня не будет, здесь вообще какие-то телепрограммы просматривать. Я буду YouTube смотреть. Смотри и кушай. YouTube буду смотреть. Наслаждайся. А я пошел дальше работать. Добывать. Я же добытчик сегодня. Великий добытчик. Осторожно. Не разбился. Пошло. Почти, 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 но не разбился. Что бы еще такого интересненького взять? В принципе, тут есть коробки. Почему бы не взять несколько коробок, чтобы не построить там какую-нибудь кроватку, к примеру. Mm-hmm. Полетели наверх. Летим, летим, летим. Мы к Сьюзечке летим. Так, Сьюзи, заказывай. Что ты хочешь еще, чтобы я тебе принес? Mm-hmm. Все, что угодно. Mm-hmm. Хоть танчика. Ты хотела танчика, правда? Да. Может, тебе танчика принести? Да, да. Будешь играть в танчик. Экзотику хочу. О, кстати, мне тут написал в комментарии. Неломоп, поиграй в танчики. Что за танчики? Их столько много. Я посмотрел в гугле. Их реально множество, этих танчиков. Самых разных. Какую именно версию хотели, чтобы я поиграл? Я не знаю. Так, что теперь делаем? Коробочки. Ну, какое-то нужно сделать кроватку, что ли. Такое какое-то подобие кроватки. Телевизор мне мешает, говорит. Ну, такая какая-то странная немного кровать. Но какая уж получается, вы уж извиняйте. Так. Кроватка нам нужна. Регуна. Ты смотришь? Смотри, там какая-то важная программа идет. Я смотрю так, твой канал. Так, спускаемся вниз. Летим, летим, летим. Летим, летим. Падаем. Падение свободное на машину. Так, мы не разбились, по-моему. Нет, все-таки разбился. Слишком большая была высота. Сьюзи, все в порядке? Да. Хорошо. Ну там теперь звездное небо. Нужно нам, значит, фонарик и танчик. Фонарик. Где же мне найти фонарик? Тут везде сосед меня вообще будет ловить сразу. Тут есть фонарик? Или я отсюда уже его забрал? Забрал. Фонарик. О, стаканчик пить сок будем с него. Сосед что-то ойкает. Где фонарик? Вот еще один фонарик. Как-то сосед что-то меня совсем не ловит. Где он? Нету соседа. Ну, в принципе, это и хорошо. А, вот он. Ой, ходим, ходим, ходим. Словил. Ну, в принципе, это неплохо, потому что я ночью, вы знаете, не очень люблю играть. Так, теперь у нас как бы вечер. Солнце заходит, да? Угу. Фонарик у меня есть.
Кружечка у меня есть, будем с ней вино там, может быть, пить. Или чай. Ну и вино это по праздникам. Вино только по праздникам, да, Сьюзи? Да, да. Конечно, по праздникам. Мы же не алкаши. Вот, что мне нужно еще? Так, что с окном? Что с этим домом не так? Почему окно такое сдвинутое? Окно как-то сдвинулось. Оно вообще открывается? Нет, не открывается. Так, мне нужно как-то найти танчик. Танчик, по-моему, был в комнате, где были яблоки. Помните, стреляли? Нужно найти эту комнату с яблоками. Сьюзи, а ты не помнишь, где эта комната была? Нет, надо поискать. Надо искать, короче. Надо искать. Надо искать и высматривать. Кажется, это окошко. Кажется, здесь. Давайте сюда зайдем, посмотрим, есть ли тут танчик или нету тут танчика. Вот он, нашел, Сьюзин танчик. Ура! Она просила. Так, танчик берем? Берем. Мяч, будем, может, мяч еще играть. Тут еще, в принципе, ружье есть. Ружье бы неплохо бы наверх с собой взять. Так, мне сказали, что эта штуковина, возможно, может отключаться. Но я пока не вижу что, возможности, чтобы она отключалась. Мне когда-то давным-давно писали, что если ты нажмешь на кнопочку на этой машине, то ты отключишь стрелялку эту. Но пока ничего не отключается. Ладно, берем мячик и летим к Сьюзи. А то она уже меня заждалась. Сьюзичка, я лечу, не переживай, где ты там поделась? Ну я тут. А, вон там, да. Хорошо. Куда я могу деться? Я лечу к тебе, лечу тебе, любимка моя. Заждалась уже. Хочешь мячик поиграть? Ну сейчас поиграем, сейчас поиграем, мячик. Сейчас все будет хорошо. Так, вот я уже прилетел, можно сказать, на твой уровень, на наш новый домик. В небе. Мы сейчас будем в облачках. Ты понимаешь, мы с тобой как два ангела. Вот тебе мячик, можешь поиграть. Вот. А, тут вино будем пить или чай. Стаканчик нам. Фонарик, в принципе, ночью нам больше пригодится. Я пока что его, наверное, положу где-нибудь вот здесь. О, даже можно... О, Танчик, ты же так хотела экзотики, помнишь? Ну вот, да, держи. Спасибо. Вот твоя экзотика. Танчик, все для тебя, любимка моя. Так, все. Теперь ставим фонарик. Оп. О, все, замечательно, вроде бы светит. Хорошо, хорошо. Так, что еще нужно сделать? Что нужно еще сделать? Теперь нужно вниз лететь. Полетели вниз, полетели, 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 полетели. Так, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас что-нибудь новенькое найдем. Сьюзи, заказывай, что ты хочешь? Ну, какое-то оружие. Что, что, что? Быть, не понял. Надо, но... Ага, ты хочешь защиту. Какой-нибудь защиты больше, оружия, понятно. Вот. Когда ты такая боевая, дайте Сьюзи, пушку. Тебе нужно какие-то штуковины такие. Пушку, хочу вот пушку. Вот такие, например, вот такие автоматы и подушечку для оружие. Нашей кроватки, даже две. Будем на них либо просто сидеть, либо будем на них лежать, это уже мы себе решим. Фонарик, можно взять, в принципе, правильно. Еще один. Когда будет вечер, мы будем себе так делать огоньки такие. Два огонька будут светить, хорошо? Вот и замечательно. Лети, лечу, лечу, лечу к тебе. А когда у нас будет, короче, хорошее настроение, мы сможем с тобой ночью ходить на экскурсию, еще вот сюда гулять. Вот как-нибудь сюда спускаться можем. И, кстати, мне сказали, чтобы я еще поселился, знаешь, где Сьюзи? Сейчас тебе покажу. А, покажу. Ну, ребята мне писали в комментариях, чтобы я поселился в местечке, где эти вот красненькие кубики. Вот эти, раз, два, три, четыре, пять. Что здесь хорошее такое место для поселения. Но здесь, слышите, здесь что-то шумит, не знаю. Не будет ли нам это мешать? Напишите в комментариях. Или будет нам это мешать, или нет. Или все-таки стоит здесь заселиться. Так, хорошо. Хорошо, замечательно, прямо-таки. Пошли, 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 пошли. Сейчас я уже лечу, лечу, лечу. Ну ты тихо, не хныкай там, не хныкай. Все хорошо, я уже почти на месте. Смотри, я тебе еще один фонарь принес. Да, работает, смотри, работает, рабочий, светит. Все работает. Глаза не свети. Что, не свети тебе в глаза? Ну, как уж получается. Так, фонаричек второй. О, даже могу включать. Не поднимай его, я не знал. Смотри, какие фары. У нас как машина. Еще автомат перенес, смотри. Ну это ружье вообще. Видишь, как хорошо стреляет. Я проверяю на тебе. Отлично стреляет автоматик. Так, поднимаем, поднимаем. Вставай, вставай, вставай. Смотри телевизор. Будешь мне рассказывать, когда я все уже закончу. Все, все, все принесу, что нам надо для первого такого, на первое время. Ты будешь тут мне стоять вечерами. Будем с тобой тут лежать. Вот, кстати, еще подушки есть. О, вот здесь. Здорово. На кроватке нашей. Раз, два. Вот тут мы будем отдыхать с тобой. Можно, конечно, еще два ящика поставить для удобства. Но пока что и так неплохо. Тут себе уляжемся. Будем лежать, смотреть телевизор краем глаза. И будешь мне рассказывать какие-нибудь новости, хорошо? Хорошо. Так, хорошо. Теперь оставляем оружие здесь. И спускаемся вниз. Полетели. Ура! Так, ноль нажимаю и падаю. Оп,
Не падаем. Не падаем. Все. Теперь я остановился вовремя. И я вот тут. Хотела, конечно же, я нам попугайчика, чтобы мы себе завели попугайчика. Но, к сожалению, его взять не получается. Откроем давайте дверь, посмотрим, что тут. Ага! Ой-ой-ой-ой-ой, только тут много. Много тут всяких этих самых. Ой, словил. Сюзи, спасай, помогай, стреляй сверху, кидай что-нибудь ему на голову. Ага, сейчас. Не кидай. Ну и правильно делаешь. Мне потом туда так долго все вещи снова забрасывать, заносить. Я бы еще бы чемодан тебе принес. Но чемодан — это дело, конечно же, непростое. Что еще заказывай? Я думаю... Вешалку? А зачем тебе вешалка? Да, вешалку надо будет и пульт. А, платьичко вешать на вешалку. Ну да, согласен, не подумал. Платьичко. Хорошо, у тебя столько нарядов много. Ты такая модница. Очень такая модная девочка. Все, лечу к тебе, лечу, лечу, лечу. Сейчас мы с тобой там что-нибудь придумаем. Ну подожди, ну зачем я буду туда лететь, если у нас так мало вещей? Давай что-нибудь еще захвачу. Например, лейку возьму. Можно и лейку. О, а хочешь, я тебя немножко освежу? Ты свой медальон забыла. О, да, медальон тут лежит на этом, под нашей яблоней. Я ее забрал, забрал. Хорошо. Так, что здесь еще? Что это такое, кстати? А, это клей, клей. Ну, клей нам не нужен, в принципе. Что еще забрать, скажи? Я хочу пульт. Ага, да-да, я должен набрать тебе, чтобы тебя освежить, водичку набрать сюда. Ты меня не слышишь. Так, ну ладно, набирай воду, набирай. Включилось. Набираю. Сосед что-то бегает. Опа. Где он? Не вижу. Ну, я надеюсь, я набрал. А, да, уже до верха, по-моему. Все, я лечу. Что мне по вещам? А я могу еще одну вещь захватить. Заказывай. Что ты хочешь, чтобы я взял? Заказывай. Пульт. Пульт? Телевизору? Да. А где я тебе ее найду сейчас? Пульт телевизору. Пульт. Ну, у нас в доме был пульт. И, по-моему, в этой шкатулке. В этом. Нет, тут нету. Сьюзи, а может... Что-нибудь другое закажешь? Нет, что пульта поищи, нету нигде. Поищи. Как это ничего не знаешь? Ничего пульт не хочешь? Знаю, ищи. А ты что, такая ленивая стала? Не можешь поднять свою попку и переключить так канал, что ли? Ну, он так Ого! Сложно. Ну ничего себе! Ну ты даешь. Капец, так нельзя. Нужно как-то. Нужно как-то это самое. Нужно как-то быть более поворотливой, более двигаться. А то располнеешь, станешь еще более необъятной. Как я тебя буду обнимать? Ну, у все, меня же руки не все. Такие длинные, не смогу нет, тебя обнять. Нет, потом. Не будет такого. Так, подожди. Ладно, все. Пульт тогда берем с нашего основного домика. А то у нас на небе у нас дача, а здесь у нас получается основной домик. Где-то здесь был пульт. Пульт, ты где? Пульт, выходи. Пульт спрятался. Нету пульта, Сьюзи, я не знаю. Куда ты его запропастила? Куда ты его засунула? Признавайся, куда ты засунула пульт? Я не помню, пульт? Где он. Что значит не знаешь? Не знаю. Ну кто? А кто знает? Кто тут у нас хозяйничает дома, а? Кто? Ну, не знаю. Я что ли? Может, лучше возьмем коробочку для оружия? Можно, но лучше пульт найди. Ну давай искать. Возможно, у соседа еще в комнате в этой главной есть пульт. Давай тут посмотрим. Ну-ка, посмотри. Да, пульт. Есть пульт. О, я нашел, все. Ура! Ну, ура, да, молодец, конечно. Молодец. Кстати, еще до сих пор он не ложился спать. Ха-ха. Опа, еще тут есть кое-что. Ну все, я все забрал. Все, что ты просила, я взял. Пульт есть. Для твоих платьичек вешалка есть. Леечка с водой, чтобы тебя полить, есть. Кулончик для тебя твой в виде ключика есть. Ура! Все для тебя, молодец. Короче, любимка моя. Молодец. Так что готовься отрабатывать. Как это? Как? А ты подумай, ну, как. Что-нибудь, ты что? Например, вкусненькое приготовить мне. Ну, это можно. Как тебе такая это идея? Можно. Ну, да-да-да, так что готовься. Хорошо. Готовься. Я так, приготовлю. Что? Держи ключик, вот тебе медальон. Медальон, раз. Пульт, держи в ручке. Пульт, держи давай. В ручке пульт, переключать каналы. Так, вешалка для твоих платьичек разных. Давай. Платьичек, давай. Вешалка. И леечка, пожалуйста. Леечка. Ой, ждите. Что ж... Ой, вода же выльется вся. Аккуратнее, подожди, я хотел тебя полить. Давай. Ну, точно. Попробуем, польем тебя. О, душ, о, душ. О, как приятно, кайф, правда же? Кайф, ну, видишь, как хорошо. Да. Ну что ж, ребята, мы, пожалуй, поселились на небе. Возможно, это не самое идеальное, такая... Получилось такое не самое идеальное поселение, но в принципе неплохо. Мы на небе вот стоим со Сюзечкой, и у нас все хорошо как бы. Вот. Тут, видите, такое немножко тусклое все. Почему? Потому что здесь... Тучки. Но все-таки мы поселились наверху, и у нас это получилось, как бы там ни было. Что я хотел вам сказать? Ждем завтрашнего дня и будем ждать уже бету. Она выйдет, как я говорил, где-то 7-8 часов вечера. Ну и надеюсь, что будет стрим, если все будет хорошо. А так,
Если нет, тогда поиграем еще в любом случае еще и новую бету. Будем ждать выхода только. До скорой встречи, с вами был ваш Неломоб. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока, друзья.